Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня в этом видео мы с вами хотим провести один ритуал. Это ритуал связан с обидами. Очень часто нас могут обижать на работе, дома, даже в общественном месте. И мы предлагаем провести один простой ритуал, друзья, просто выстирать платье. Как это сделать, какие слова нужно произносить, далее в этом видео. Друзья, обязательно этим видео поделитесь с теми, кому вы считаете, что именно эта информация будет полезна и важна. Наша одежда, вне зависимости, что мы носим, всегда соприкасается с нашим телом. И такая вещь, то ли это платье, кофта, она активно впитывает в себя все, что у нас накопилось за день. Возможно, это раздражение, возможно, это какая-то обида, ссора, ревность. Хорошо, когда это радость или удача в делах. И поэтому иногда, возможно, вы чувствовали такое, что ваш любимый костюм вдруг ни с того ни с сего начинает вот вызывать у вас дискомфорт, и в нем вам перестает просто вести. И если вот немножко отойти назад и вспомнить, что происходило в тот или иной момент, когда ваша любимая вещь была одета, то многое становится ясно. Ведь почему? Потому что она пропитана тонкими эмоциями нашего состояния. Или кого-то другого, кто вам, например, позавидовал, посплетничал, позлорадствовал. И что следует сделать в этом случае? Друзья, очищение. И это должна быть не просто стирка, которая сделана в стиральной машинке, а регулярное промывание проточной водой нашей одежды. Помним о том, что водичка хорошо смывает накопленную энергетику. И особое внимание мы должны уделять нашему нижнему белье и одежду из синтетики. И желательно при невозможности хорошего промывания тщательно проветривайте одежду и оставляйте на солнышке. Только, правда, не на палящем солнце, как лето, для того, чтобы цвет поменялся, а так, чтобы хотя бы, ну, буквально полчаса, час не только было проветривание, но и побыло на солнышке. Никогда не надевайте нестиранную или непроветренную новую вещь. Никогда не делайте покупок у людей, которые у вас по непонятным при этом вам причинам вызывают неприязнь. Особенно очищайте вещи, которыми вы пользовались, например, во время каких-то плохих ситуаций, возможно, каких-то болячек. Конечно, если вам эта вещь не принесла радости в свое время, хотя вы в одно время с любовью к ней относились, носили, то в идеале, конечно же, лучше расстаться с такими вещами. Но есть один простой магический способ очищения одежды. Что для этого нужно? Нужно зажечь восковую свечу и, широко осеняя ее одежду, крестным знамением читаем молитву «Отче наш», следя, чтобы пламя, друзья, не погасло. Что же касается верхней одежды, то аккуратно распарите подол сарафана или низ пиджака и зашейте внутрь простую красную нить из натуральной шерсти. И длина ее должна равняться окружности кисти вашей левой руки. Еще раз, равняться окружности именно кисти вашей левой руки. И во время этой работы наизусть читайте любую молитву, которая вам придет в голову. И, друзья, обязательно, желательно вот верхнюю и нижнюю одежду, обязательно брызгайте водой, освященной в церкви. Если у вас есть крещенская вода, освященная вода, это будет вообще идеальный вариант. Для того, чтобы проверить, есть ли негативная программа на вашей одежде, необходимо ее повесить и ладонью правой руки где-то на расстоянии, ну, 10-15 сантиметров опустить сверху вниз. И если в проекции вы вот почувствуете какое-то покалывание, пощипывание или тепло, холод, бывает, что вот рука даже не желает опускаться дальше, то
вы должны знать о том, что вот безоговорочно здесь есть негативная энергия. И как от нее избавиться, мы уже, друзья, сказали в этом видео. Поэтому обязательно очищайте свои вещи, особенно те вещи, которые вам приносят удачу. И в тех вещах, которые вы ходите, например, на работу или общественные места, где вы знаете, что точно за вашей спиной есть сплетни, есть постоянно ссоры или скандалы. Это очень важно, потому что, как вы уже поняли, вещи... Одежда, она впитывает в себя всю энергетику. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Мы надеемся, вот наши советы, наши рекомендации, друзья, вам помогают в жизни. Мы вас всех любим, ценим. Обязательно делитесь этой информацией со всеми, кто вам дорог, кому вы считаете, эта информация будет полезна и важна. Ну, а мы с вами, друзья, прощаемся и услышимся уже с вами в следующем видео. Пока-пока!